Наверное, нужно больше подумать нам всем о том, что самое важное в футболе – это большое желание выиграть. Я думаю, на то, что сложный был матч в Турине, нельзя сбрасывать все свои ошибки, которые допустили. Профессионалы, и они индивидуально сами себя чувствуют, что им хватает. Все, что мы могли, мы им дали уже до матча. Помнется, включить мышцы, балансе, вроде чуть отвлекся. Все это уже чисто индивидуально. Здесь все медленно, статодинамический режим, активация, сила. На поле, когда ты в бутсах, там уже специфика идет. То есть все упражнения, подводящие к основному действию. Развороты, быстро, повороты, режим динамический. Прям все под футбол, под мячики и хорошо. Thank you.
Тебя устроили, войну, пока потом уже. Сегодняшний день мы были, мягко говоря, плоховаты, особенно второй тайм. Мы пропустили первую контратаку. Мы были больше на территории «Спартака», больше пробили. Но такой конкретности и резких действий не было. Какие-то сегодня все были заторможены, особенно в втором тайме. Нарушений было достаточно много, и в ту, и в другую сторону. Мне сложно комментировать действия судьи. Мы сыграли плохой матч, и основное то, что мы плохо вступали в единоборство, плохо боролись. Для меня это неожиданно. Отсюда мы пропустили 3 мяча. Будем думать и будем поправлять свои дела в дальнейшем.